Морозов, Мозер будет нам помогать, остальное, пока секрет. 6 апреля 2018 года, 22 часа 10 минут. Другие, фигурное катание. Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как отразится на их дуэте решение тренера Нины Мозер не работать на износ и заняться своим здоровьем. «Нина Михайловна будет нам помогать, связь с ней мы не утратим, с кем еще будем работать, пока это секрет, который рано разглашать в СМИ. Но могу заверить, что все будет хорошо. Задумки для нового сезона, размышляем над вариантами музыки, а о спортивной составляющей пока трудно говорить, для начала нужно определиться с правилами, надеюсь, что изменения будут разумными. Если урежу 30 секунд, то надо исключить элемент. В противном случае получится гонка за элементами, их нанизывание друг на друга в ущерб зрелищности», приводит слова Морозова. Команда России, источник, команда России, сообщить об ошибке, комментарий.